Ежегодно 18 мая отмечается в мире как Международный день музеев. Этот день был учрежден по инициативе Международного совета музеев в 1977 году. Цель этого праздника, который отмечается в 150 странах мира, показать, насколько важное место занимают музеи в жизни общества. Международный день музеев также отмечают и в Азербайджане. В музеях страны проходит День открытых дверей. Мы очень довольны проведением Дня открытых дверей. Акция очень занимательна для детей. Они смогли узнать и увидеть что-то новое. В некоторых музеях мы уже были раньше, а вот на Девичью башню мы поднимаемся впервые. В День открытых дверей музеи бесплатно работают с 10 до 19.00, поэтому около символа Баку, Девичьей башни, было очень много людей. Среди желающих посетить историческую достопримечательность были как жители города, так и гости столицы. Очень хороший город, красивый. Первый день сегодня только, но уже насмотрелись, покушали вкусно, еще будем гулять. Ну, на дня три здесь. Нам нравится. Баку – интересный город. Культура интересная. Конечно, я еще не все понял, как все выглядит у вас, но мне нравится здесь. В связи с Международным днем музеев также организуются экскурсии для школьников. Сегодня день музеев. В первую очередь я пришла посмотреть на Девичью башню. Здесь я увидела исторические памятники, которые мне очень понравились. Также собираюсь посетить музей ковров, музей книг и дворец Ширваншахов. 18 мая – день музеев. В Девичьей башне я увидел множество древних экспонатов. Они меня очень заинтересовали, мне понравилось. Международный день музеев ежегодно проходит под разными лозунгами. В 2019 году Международный совет музеев выбрал тему «Музеи как центры культуры, будущие традиции». Роль музеев в обществе изменяется. Они стараются преобразовать свое пространство, становятся интерактивными, ориентированными на аудиторию и местное сообщество, а также стремятся адаптироваться к различным ситуациям и более гибко реагировать на любые изменения. Сегодня музеи находятся в поиске инновационных методов решения современных социальных проблем и конфликтов. Работая локально, музеи могут отстаивать право сообщества и влиять на решение глобальных проблем. Эльмира Масазаде, Ульвия Сабиргазеров, Аталик Перов, CBC.